Да, туда вверх. Вот она, Кедровка, куда возит долина Тревел, по-моему. Ну, мы там не были. Ну, как мы там были? Так пешком ходили, там есть горка. Но для нас не актуально. Ну, а здесь уже все, настоящая зима. Такое впечатление, что чик и машина времени, и попали в прошлое. Ну, как минимум месяц и два. Просто сегодня погода будет, сегодня плюсик будет же, да? Да. Что-то мы, да, вот тут мы неправильно посередине дороги ехали, как короли, надо в заднее зеркало смотреть. Да нет, хотя там для джипов можно обогнать, в принципе. Так что пока наши пузатерки могут ездить по этим дорогам, никакие машины мы менять не будем. Нас это полностью устраивает. Маленькая, неприхотливая, надежная, по бензину супер экономичная. Я никогда не буду, не забуду, приехал в Америку, купил Хаммер, и там разговаривал местный американский армянин, он нас возил. По-моему, по 80 долларов человека он взял по Лас-Вегасу, он нас возил на своем джипе. Ну, экскурсия такая, в интернете мы нашли, там в Инстаграме, по-моему. Я говорю, Хам, он говорит, ты попомнишь еще, говорит, меня, когда ты пересядешь с удовольствием, говорит, на экономичный автомобиль. Я-то, говорит, держу джип, так он мне деньги приносит, я вожу в день по две экскурсии. У него экскурсия одна с 9 до 2, и другая с 2 до, ну, до вечера. Вот мы с 2 до вечера взяли, потому что вечерний Лас-Вегас он нам показывал. И Лас-Вегас, да, и Лос-Анджелес, и третий город, так где Голливуд, какой? Не помнишь? Забыл. Вот. Так я, говорит, в день 500 долларов зарабатываю. Ну, не каждый день, но, в принципе, как минимум 10 тысяч долларов, говорит, я в месяц зарабатываю на этом же. Поэтому мне... А ты-то, говорит, вспомнишь меня, когда тебе придется пересесть на экономичный автомобиль. Вот я всегда вспоминаю этого.